Переселенцы переезжают в курятник у нас. Вывел Олег свет на улицу. Так, что у нас там внутри? Скоро появится дверь. Затащили мы сюда уже оборудование какое-какое. Проводку Олег делает. Решили наружную делать. Не стал он стены доштробить. Пока так, не знаем. Да не пока так, а, наверное, так и останется. Так, агрегаты наши поставили. В общем, здесь будет как бы кухня, летняя кухня. Плюс будет коптильня стоять. Москит 4 в одном. Сушилка Москит. Холодильник, стол будет здесь. Со временем я поставлю газовую печку небольшую, двухконфорочную. В общем, как-то так вот все будет. Чтобы дома не заниматься ничем, в доме у нас будет все на улице. Летняя кухня плюс коптильный цех. Свет Олег уже подвел, как бы. Интересно, работает или нет? О, работает! У нас папа волшебник. Он все так быстро делает, я не успеваю за этим, за всем следить. Здравствуйте, здравствуйте. Приехали к нам курочки на копчение. Будем их засолить в рассоле, потому что у нас заказ несрочный. Вот сейчас мы их замочим. Все свеженькие. Это бройлеры. Все хорошие. Вот крылышко немножко подломано. Вот, ничего страшного. Так, вот приехали у нас бройлеры под заказ. Также окорока. И крылышки. Вот такие крылышки, красавицы. Еще вот уточку охлаждаем домашнюю, зарубили. Подготавливаем крылышки к копчению. Вот такие у нас красавенные. Наша умница. Коптильня от Москит. Перемещаются наши крылышки на обдув. Ой, какие красивые получились. Ароматненькие. С дымочком, с настоящим. И следующим этапом пойду в коптильню окорока. Все красивенькие. Сейчас их обветриваем и в холодильник. 100% они приготовились. Наша коптильня уже в деле.
У нас сегодня свиные ребрышки коптятся. Вот розеточку здесь муж сделал. Свет уличный. Так. Вот так сгорают наши бревнышки. Поскольку постольку у нас ольхи нету, мы щепу сегодня используем, пробуем. Москиты работают. Здесь у нас курочка сушится. Следующая на очереди. Курочка и одна утка. Но она у нас небольшая, домашняя. Мы уже на пробу одну забили. Так что все у нас работает. Главное выполнять инструкцию. Спасибо Вагану. Он очень хорошо, доходчиво все объясняет, рассказывает. Просто уже, ну, для тех, кто с бронепоезда, должны уже понять. Вот мы новички, да, у нас, извиняюсь, но у нас все получается пока что. Ну, вот, да, я думаю, будет получаться, потому что главное все делать как надо. Мы щепу взяли. Нас должны скоро привезти доску ольху. Почему-то в Краснодарском крае с ней именно на продажу проблема, а в строительстве, на бане их часто используют. Нам пару досок привезут. Вот. Да, хотя и щепа она неплохо, как бы. Но лучше, конечно, так делать, как надо. Ну, мы как новички просто. Мы еще пока практикуем на всем. Ну, я же говорю, пока месть у нас все, слава богу, удачно. Осталось 17 минут до приготовления ребрышек. Блять, ему какой-то, блядь, что навес делать, блядь, пиздец. Еще две курицы, блядь. Замечательные ребрышки у нас получились. Вот такие у нас копченые ребрышки. Они уже проветрились. Вот такие они красавцы у нас. Вау-вау. Все супер. Вот как должен дымок идти. С москита. Все хорошо сделано, все хорошо. Вот они, красавцы, ребрышки копченые. Такие у нас длинненькие, вкусненькие, пахучие, вкуснячие. Все супер. Курочки копченые, с пылу с жару. Вот одна уточка наша. Домашние курочки. Сами все видите своими глазами. Вот коптильня. Все как надо. Вот они, красотки, выезжают из коптильни. Сейчас мы будем их обветривать. И в холодильничек. А вот она, наша красотка, уточка. Вот такая она румяная вся. Когда она охладится, она будет вообще суперская. Это все с пылу, с жару. Это вот прям из коптильнички. Все коптится только на фруктовых деревьях и на ольхе. Все только своим дымом. Никаких жидких дымов, никаких провариваний, никаких этих... Все только натурально, все естественно. И все сейчас перемещается на обветривание в ШВС. Ну, такие красотки у нас, вкуснячие, сочные. Вон такие красотки пухлячие.
Все будет сочное, все будет вкусное. Вот такая у нас малышка тоже есть. Тоже копчененькая, румяненькая.